Здравствуйте! США фотосалон Plaza устанавливает цену в 29 центов за печать одной фотографии. Новым клиентам фотосалон предоставляет разовую скидку в 3 доллара. Напишите функцию, определяющую сумму, которую нужно будет заплатить новому клиенту за печать X фотографий. X – это количество фотографий, которые нужно напечатать. Итак, постоянный клиент должен заплатить сумму, равную количеству фотографий, умноженную на 29 центов. Пусть, например, Y – это сумма, которую должен заплатить постоянный клиент. Итак, постоянный клиент должен заплатить X умножить на 29 центов. Или мы можем записать 0,29 и поставить знак доллара, если вы хотите. Хоть мы и знаем, что речь идет о долларах. Умножить на x. Это сумма, которую должен заплатить постоянный клиент. Но у нас спрашивает, сколько заплатит новый клиент. В условии сказано, что новичок получает скидку в 3 доллара. Так что новый клиент заплатит эту сумму минус 3 доллара. Таким образом, вот это выражение не что иное, как функция, выражающая сумму, которую должен заплатить новый клиент. Если приблизить данную ситуацию к реальности, то здесь есть некоторые неточности. Например, если клиент заказывает меньше 10 фотографий, x в данном случае будет равен 10 умножить на 0,29, а это 2 доллара 90 центов. И если мы отнимем 3, то получится минус 10 центов. Клиент в этом случае никак не сможет заплатить минус 10 центов. В этой ситуации фотосалон должен будет заплатить ему 10 центов за напечатанные 10 фотографий, а клиент ничего не заплатит. Так что если мы хотим максимально приблизиться к реальности, мы можем сказать, что сумма, которую заплатит новый клиент, мы обозначим ее Y. Y будет равен 0,29 умножить на x минус 3, если x больше 10. То есть, если клиент, кто бы он ни был, заказывает больше 10 фотографий, а нулю y будет равен в противном случае. Другими словами, если фотографий будет меньше 10, он ничего не заплатит. И фотосалон тоже ничего не будет платить, потому что если клиент заказывает меньше 10 фотографий, то y будет отрицательным, а этого не может быть. Но если клиент заказывает больше 10 фотографий, то он заплатит сумму, которая получится согласно этой формуле. Вот и все. До свидания.